Это может показаться удивительным, но написать портрет кошки для меня гораздо сложнее, чем портрет человека. Конечно же, дело в практике. Ведь сколько кошек я написал, по пальцам можно пересчитать одной руки. Собственно, это портрет моей кошки Ники. Очень давно хотел ее написать. И это мой первый настолько подробный и длительный портрет кошки. Начиная я, как обычно, с пятен, избавляемся от белого и закладываем основу чуть более темную, чем средний тон. Работаем жидко. Таким образом, подсыхает она очень быстро. Ну а дальше постепенно начинаем уточнять формы через заход по контрастам. Самые светлые, самые темные. И максимально оттягивайте момент детализации, конкретных точных действий по разметке пропорций. Пытайтесь абстрагироваться от общих точных деталей к пятнам. Для того, чтобы упростить задачу на этом этапе, для новичков можно использовать размытие фото через какие-нибудь фоторедакторы и просто эти пятна закинуть. Ну а дальше постепенно начинаем уточнять, намечаем глаза и очень важный момент, чем больше у вас холст, тем дальше вам нужно отходить от картины для того, чтобы видеть ее в целом. Когда вы видите работу вблизи, вы не видите ее в целом. От этого как раз очень зависит схожесть. Как вам киса?